Радар-детектор с GPS-информером Xiaomi G1000 Signature. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется вот в такой вот коробке. Рассмотрим, что внутри. Само устройство. Его рассмотрим чуть позже, перейдем к комплектации. Значит, в комплект входит держатель на присосках на лобовое стекло. Также двухсторонний скотч на торпеду. Вот такой вот. Кабель питания в прикуриватель, сквозной. То есть можно будет подключить дополнительное устройство в него. Кабель USB для подключения к компьютеру. Противоскользящий коврик на торпеду. Инструкция на русском языке. Рассмотрим само устройство. Очень качественно, классно собран. Из soft-touch пластика. Хорошо все нажимается. Значит, по разъемам у нас разъем под питание, USB, колесико включения-выключения, также регулировка громкости. Кнопки управления находятся сверху. Меню, режимы работы и управление по меню вверх-вниз. Здесь у нас кнопка для отстегивания крепления. Радар-детектор полностью на русском языке. Пристегните ремень. Режим город 1. Режим город 2. Режим сигнатурный. Режим настроек. В меню у нас есть возможность настроить дисплей, голосовые оповещения, приветствие, сигнал, включить-выключить диапазоны, XK, KA, STR. Также выбрать звуки под диапазоны. Включить-выключить GPS, часовой пояс, максимальная скорость. Отключение звука, автогород, отключение радара, автотрасса, автосигнатурный режим, лимит превышения, компас, муляжи, точки поп, платон. Ну и в принципе все. На радар-детектор дается год гарантии, приобрести можно будет в магазине «Автогир». Радар-детектор Xiaomi оснащен приемником супергетероидным с двойным преобразованием частоты. Антенна линейно-поляризованная, рупортная. Тип детектирования – частотный дискриминатор. Из особенностей данного устройства стоит отметить радарную часть с сигнатурным модулем, защиту от сигналов КАС, встроенный GPS-модуль с обновляемой базой данных, приемник импульсных лазерных сигналов, радиус обнаружения 360 градусов.